этот день, 6 октября 1805 года, пионер российского воздухоплавания Иван Кашинский пролетел над Москвой на воздушном шаре. 6 октября 1812 года император Александр I отверг предложение Наполеона о мире. Французская армия к тому времени уже заняла Москву. В этот день, 6 октября, родились князь Петр Багратион, генерал-лейтенант, губернатор. Петр Романович – представитель грузинского царского рода, родственник и тезка знаменитого героя Бородина. Но в отличие от своего дяди, этот Петр Багратион не был только военным. Инженер, он в 1830-е годы считался одним из главных специалистов по электричеству, по крайней мере в армии. И даже разработал эффективный метод добычи золота из бедных руд. Ученый, военный, монархист. Такой человек оказался идеальным кандидатом для губернаторской и генерал-губернаторской должности. Багратион много лет был первым лицом в Твери, где при нем серьезно расширилась телеграфная сеть. Появился один из первых провинциальных музеев. И просто историческим стало его генерал-губернаторство в прибалтийских губерниях. Багратион основал первый в Прибалтике политех, причем давал на него личные средства. И стал серьезным защитником в крае, где силен был немецкий элемент всего русского и православного. Так в Риге он поставил новый кафедральный Христорождественский собор. Из записей государственного секретаря Полоцова. Князь Багратион строго охранял неприкосновенность в крае, городового положения и судебных уставов, заботился о благоустройстве православных сельских приходов, народных школ, старался ввести обязательное преподавание русского языка в училищах. Скоропостижная смерть застигла князя Багратиона в столицу, куда он прибыл в командировку. Его упокоили в Воскресенском Новодевичьем монастыре Петербурга. Также 6 октября родились Михаил Бабушкин, герой Советского Союза, полярный летчик. Он был первым, кто на самолете приземлился на Северный полюс. Астроном Николай Черных, он лично открыл более 500 космических тел в Солнечной системе. В этот день, 6 октября 1620 года, британский писатель Герберт Уэллс приехал в революционную Москву и встретился с Лениным. Итогом этого стала книга «Россия во мгле». 6 октября 1638 года совершен рекордный скоростной беспосадочный перелет Москва-Одесса-Батуми-Москва. 6 октября 1648 года в Ашхабаде произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. Погибло более 60 тысяч человек. 6 октября 1651 года Совет министров распорядился начать работы по реставрации Успенского собора Троицы Сергиевой Лавры. Троица Сергиева Лавра – центр религиозной жизни Руси. Еще при Иване Грозном в обители начали возведение Успенского собора, очень похожего на тезку из московского Кремля, но даже выше и больше. Строительство продолжалось 26 лет, а уже во второй половине 17 века стены собора покрыли фресками ярославские и троицкие иконописцы. Успенский собор стал одной из жемчужин Лавры. Но после прихода советской власти и начала борьбы с религией, крупнейший мужской монастырь России пришел в упадок. В 20-х Лавру закрыли, большую часть колоколов переплавили. Только в конце 1930-х в СССР задумались о возрождении хотя бы архитектурного облика Троицы Сергиевой Лавры. И вот уже после войны на территории монастыря начались крупнейшие реставрационно-восстановительные работы во всем Советском Союзе. Привлекли лучших архитекторов и художников-реставраторов. Но и их не хватало, пришлось при Лавре открыть училище. В 50-х основная реставрация памятников была закончена, и Троица Сергиева Лавра снова показала себя во всей красе. На этом работы не были окончены. Поддержание в порядке зданий монастыря и соборного комплекса продолжалось долгие годы. Работы по восстановлению прежней красоты Лавры идут до сих пор. 6 октября 1977 года состоялся первый полет истребителя МиГ-29. Этот самолет – чудо инженерной мысли. Главный ответ советских конструкторов американцам и их F-15 – истребителю четвертого поколения. В августе 1977 года первый экземпляр доставили на аэродром Лии Громова. Первый полет выполнил шеф-пилот Александр Федотов. И пилоты комиссии остались весьма довольны. Так, в течение первого года испытаний выяснилось, что благодаря улучшенной аэродинамической схеме машина сама выходит из штопора. А набор высоты можно осуществлять перпендикулярно к земле почти сразу после отрыва. МиГ-29 оказался очень маневренным, причем с возможностью взять до 3 тонн боевого веса. Это отнюдь не легкая пушинка. Почти уже 50 лет эти самолеты в строю и модернизируются. Настоящий боевой трудяга для почти 30 стран мира. Таким был этот день, 6 октября.